Très prochain. Si on voit, tu reviens même à la légende. Ah, wow, elle est à gauche, quelque part. Ok. Давай потом, а? Да не, я же вырубаю, просто не смотрю. Чего на эти не конец? Рагнарок, Мирма, Каракал. Мирма. Только Мирма. Так, там смотри, товар стоит далековато, его можно убить, потому что Свипуля он в ките. Давай, тогда захожу. Да чё, вместе заходим тогда? Слушай, он фармит, а мы что пробуем его? Погнали, проходим. Ладно. Давай, Свипуля. Гозин, 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 Свипуль. Брат кажется, цель. Пошел стрелять. Он в игре, он в игре, он в игре. Держи поет на нем, на Гозине. А, сын, который будет второй Свипуль. Брат кажется. Он стоит, этот Свипуль стоит второй. Йокозанус, Йокозанус, давай, Йокозанус Свипуля. Я погреюсь на Яказанусе. Есть поинт на Яказанусе. Он прошел. Тауэр порвал. Сейчас буду Тауэр бить. Поинт дублирован, да, на Тлавране. Все, сейчас дохну. Так, а, давай оттопим. Оттопим от Нирмы немного. Свипуль. Праймери твой Свипуль. Стреляю по Свипулю. Так, я в ту сторону топлю. Сейчас сделаем нормальную формацию. Поинт есть на Свипулю, да? А, вижу, есть. Дублир, 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 нормально все. Я погреюсь, погреюсь на этой Свипуле. Чек, брутик в игре, брутик в игре. Так, Свипуль переставай убить. Давай утопим, давай топим. К нам потаплю, давай топим. А тынга, 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 видишь? А, она ракетная, окей, ладно. Брутик сдавай, думаешь, да? Думаешь, Мирму? Хорошо, Мирму давай бьем. Угу. Мирма хорошо дается, в принципе. Кровь потопит, начнем ее промерить. На счет три стреляем одновременно. Раз, два, три. Пригреве стреляем, раз. Сейчас сдохну должен. Поинт есть. Отлично. А, давай померми, померми, работаем тогда сейчас. Ой, каракал, каракал пришел. Слушай, я предлагаю вниз сейчас потопить и огибать их к инсте. Потопили вниз тогда, давай. Да-да-да, пускай ставится. Сука, кто-то мне дрон пострелил, пидорас. Да я не забиваю, там три штуки, что-то это мне вообще пофиг. А теперь мой страшный план. Трактор мин. Я серьезно, я сейчас это буду делать. Каракал. А, нет, каракал стоит еще прекрасно. Ой, домик.
Как же вот так, блядь, а? Я их сейчас буду пробовать, короче, развести на игру. Каракал, дамажа. Я тогда остановлюсь, чтобы, типа, я стою, они на меня как-то потопили. Просто нам вот от мобилок нужно было немного отопить все-таки. Ты вот подтопи ко мне, потому что если кто-то мобилку придет, будет нам неприятно, мне кажется. Но все равно. Ну, полшелды у каракала, короче, ему уже просадил. Но он не в агрессии, он на тебя не агрится. Ну, я не знаю, что он будет сейчас делать. Ну, естественно, он пройдет, конечно, сейчас. У него уже меньше полшелды. Ага. Может, он покажет. Давай. Ой, жалко, хурик не будет мешать. Ладно, езжай на них. Я не сильно, не сильно, нормально. Каракал зашел, каракал зашел. И Гриффин. Слушай, а реварпнешь, сможешь реварпнуть на Гриффин? А, ладно, я пошел на Гриффин, я пошел на Гриффин. Сейчас реварпаю и на Гриффин потом пытаюсь. Он на билке просто стоит, а сверху стоит... Ну ты видишь, да? Mobile Depot. Так, видишь, так, видишь. Вот, я иду на Mobile Depot и потом мобилку возле Гриффина сейчас буду пытаться. Бля, Гриффин далеко уже, сука. Я не успею на него кинуть. Ну ладно, попробую так убить, я думаю. Он лопнет. Варпаем на мобилу. Мобила от инсты, скольки примерно? Она не в рейнже под варпом? Хорошо, прекрасно, прекрасно. Гриффин от меня далеко. Кроу 60 от меня. Он ушел. Бля, Гриффин 140. Сука, ну он... А, давай, короче, в сторону солнышка сделаем от бубликов 30. На бубликов 30 сделаем. Когда начнется масс-подвар, я думаю, мы будем оттягивать их и расстреливать, потому что мы, скорее всего, в этом раунде уже не уйдем, мне кажется. Ага. Ну, давай, короче, я останавливаюсь. Я уже думаю, что-то придет еще. Четырнадцать 500 шилды, блядь, это заебись просто. При том, что реген у меня получится где-то 40 секунд на полшкуды, и это, мне кажется, классно. Не знаю, может, ты удивляешься, почему я активный, как бы не беру корабли, но я не могу просто так. Я не умею микроменеджер, грубо говоря. Не, я пробовал, это прикольно было да, на время, но потом что-то мне как-то надоело. Все равно, для меня это странно немного. Так, слушай, ну получается так, то, что никто уже не приходит, а сейчас они просто возьмут что-нибудь приваркают. Ну, ты так не думаешь? Типа ортусов там что-нибудь такого. Окей. Ну, домик не замужедованный, да? Так, плюс 2, да? Ну, до капсулы, да? Так, ну мне сопились еще икру. Чувак. Чувак, видишь каракал? Каракал, видишь? Они на него еще нарвать будут. Понял, есть? Давай перегреве.
Чаривар как будто осторожен. Давай перегрею его. Я мультики зарядил, он сейчас дух не должен. Потом мир мы, скорее всего, будем убивать. Ну, если под варпой домик, я думаю, нужно будет отапливать. Хотя... Бьем и бьем. Я его пригрею бью просто. Давай хурик, хурик, хурик. Хурик в праймере будет. Нет, давай потопим немного. Я утопил далековато. Я на Авроре, короче, работать буду, на Авроре буду. Хурик будет праймари, но... Это нормально, нормально, я думаю, да. На Хурике поинта нет, он далековато немного. Есть поинт? Пока просто выдержу. Угу. Огибаем, огибаем, короче, огибаем слева от гита. У Хурика отвар оттапливает просто, нужно на него сейчас будет топить. Я дамажу по Хурику, огибаем, огибаем их, короче, слева, вот как меня видишь, подсветил себе. Ну, давай, давай, как-нибудь быстрее. Так легче даже может быть, он в бубле. Ой, прекрасно он в бубле. Шикарно. А, нет, все, не посмотрел нормально. Я втаплю на него, короче, в косу. Дамажу, понял? Поинт. Ай-яй-яй! Аща ламба мразь, блядь. Так, я под нетриком вытапливаю. К домику. Подтопил неприятно. Ой-ой-ой. Ой, это плохо. Капа нет вообще. Конечно. Есть, вытаплю, 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 не вытаплю. Сейчас буду ревар под, скорее всего, потому что я ноль капа вообще. Да, пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Пытаюсь отварпать. Надеюсь, успею. Отварпал, отварпал, нормально все. Ай, ебаный домик в рот его, я ебал, блядь, суку. Я потопил. Да. Я дурак, я потопил просто. Я на Хурика потопил, кровь брызнула в мозг, поэтому за Хуриком захотел. Короче, забрал упал, это уже не первый. Ну да. Так, скорее всего, наверное, сейчас пойду в псах, там капают регени. Заодно починить, потому что у меня пушки неплохо не погрелись. Не знаю, сейчас я на обзорник варпану, а потом... Слушай, предлагаю нет, предлагаю за мной пройдем, потому что они типа подумают, ну хрен с ними, как бы. Да, да. Мне заодно тоже дрон нужно забрать одного тут. Да, да. Блядь, все равно шикарно. У меня капы хватало. Нормально, возбудили неплохо так. Так, давай, тут такие выпустим. Не-не-не, поход, поход, поход. А, сейчас, подожди, я отоплю где-то подальше. Где триагональ, сука? Сейчас скажу, когда можно будет. Все, варпай на меня, варпай.
Крыса. Так, агро у тебя прошла красная, да? Вор бы на меня. Я вроде бы на Саша сейчас буду. Она... Ну и что она нам сделает? Лосики что-то сделает? Пускай, пускай. Давай, давай, варпаем на сах, варпаем, варпаем. У меня полкапа уже. Если что, отобьемся. Сейчас, может, Энга их не зайдет за нами. Ну, посмотрим. Ну, заходим. Тут какая-то странная, она все время стояла почему-то. Я не помню, может, она АФКшит? Она Просто как-то странная. боится.